Здравствуйте, ребята! Новый год! Новый год — это день праздника! Праздника и веселья! Должно все танцевать! Вокруг прекрасные елки, петь хороводы, танцевать песни! Есть песни! Звать песни! Есть песни! И радоваться песнями! Кошка, ты перепутал! Новый год давно прошел! Знаю, не зрители-то мои этого не знают! Я решил сказать им то, что Новый год усыпил. Они тупые и поняли, что Новый год давно прошел. И какого хрена ты это психушке рассказываешь? Может, уйдем давай отсюда? Не знаю. Я не знаю, как мне смыться отсюда. Я пыталась, не получается. Ладно, раз ты не хочешь, сделаю я. Я тебе покажу, что за 3 секунды могу сбирать отсюда. Стой, погоди! А насрала-то ты нахрена? Как нифига? То есть, чтобы присолтел, посмотрел такой, понюхал, посмотрел, думал, то есть, это коска, значит, она была здесь, то есть. Я оставил ему... Сосед! Спасибо, боженька, спасибо! Боженька тебя уж больше не спасет. Ты уничтожил мой дом! Сучий ты рот! Я кошечка гламур! Мур-мур-мур-мур! Я киса! Кис-кис-кис-киса! Я кошечка гламур! Мур-мур-мур-мур! Я киса! Кис-кис-кис-киса! Киса-киса-кис-кис! Хочу на ручки! Я твоя киса, остальные жучки! Кошечка гламур! Бантики, маникюр! И смотри на этих кур! Мур-мур-мур! Я кошечка гламур! Мур-мур-мур-мур! Я киса! Кис-кис-кис-киса! Где это я? Что происходит? Уберите это от меня! Что, где я? Где я? Это что такое? Моя машина! Что это значит? Где я? Это инверта? Привет! Это устройство, с помощью которого я уничтожу вашу проклятую инверсту. Что он затем тебе? Это этот милый, хороший город. Милый? Дом мой тоже был милый. Ты его пожалела? Нет, ты уничтожила его. От него ничего не осталось. Нет, моей любви тоже ничего не осталось. Эх, я так любил эти фоточки. И с помощью тебя я уничтожу этот город. Меня, меня-то зачем? Зачем мне теперь нужна? Мозг. У тебя правильный мозг. Его нет. Это то, что мне нужно. У меня есть мозг. Нет у тебя мозга. Пластика показала, что у тебя его нет. Это поможет разнести всю вашу проклятую инверсту. А как зрители? Не позабудь, я позаботился о них. Они все мертвы. Стон, ну как? Розыгрыш вода может так воскресить. Не сможет. Я обо всем уже позаботился. Скоро будет... Кэньбоу! Я спас тебя. Почему за мной не заехала? О, мистер Луна! Я знал, что ты спасешь меня! А где сосед? Не бойся, мы его найдем. Я надеюсь. Когда больше меня не оставляй. Не оставлю больше никогда. Я оставлю больше никогда.
теперь он тебя точно никогда не оставит. Все, хана тебе. Зачем? Он был моим другом. Он вмешался в мою работу. Нет! Мистер Луна, нет! Нет! Пообещай мне, что... Нет, мистер Луна! Зачем ты убил его? Я залюбила его как друга. Друга, здесь друзей это никогда не было. В этом мире кошка выживают сильнейшие, те, у кого сила и мощь. А те, кто слабый, подыхают. Ты убил моего лучшего друга. Ну, кроме соседа. Ну ты, моего соседа, не тронешь пальца никогда. И что ты хочешь делать? Убить меня? Сейчас попробую. Сейчас сижу в тебя. Этими руками. Я убил? Убил кошку! Ура! Ура! Все смеялись надо мной. Я первый, кто смог уничтожить эту тварь. Все. Избавляемся от трупов. И заканчиваем план. Милый добрый день, добрый день, как дела? Букашки! Словно на моем столе! Интересно будет, каково будет этим букашкам, если я их раздавлю, как маленьких мошек в каком-нибудь грязном столе после обеда. Ладно, чё-то я зафилософился. Пора подготавливать мою суперубийственную машину в действии. И стоять, блин, сучерот. Ладно, работай. Почему так много? Ладно, подождем.